Всем привет! В прошлом видео, в прошлом обзоре я вам рассказывал про вот такие вот интересные большие наушники с микрофоном от фирмы EXA. В этом ролике я покажу вам и расскажу вот про вот такие вот интересные классные наушники от той же самой фирмы, но они уже маленькие, они Bluetooth и они вакуумные. Наушники прикольные, я уверен, они достойны вашего внимания, но перед началом обратите внимание на эту лампу. Она светится. А что происходит с аппаратурой, когда она светится, я вам расскажу уже в конце ролика. Я немножко от этой лампы прибалдел. Внешний вид гарнитур часто остается недооцененным. Многим хочется автономности, бренда, качества звучания, удобности управления или фишек. Эти фишки есть в этой гарнитуре. Но еще есть и крутой дизайн, что приятно. Комплектация стандартная для таких девайсов. Состоит она из кабеля USB Type-C, двух пар силиконовых амбушюр, да инструкции по эксплуатации. Сама коробка выглядит круто и имеет геймерский стиль. Кейс наушников, на мой взгляд, имеет космический дизайн, как будто это какой-то крутой корабль из другой вселенной. Смотрится оригинально и круто. Очень стильно смотрится процент зарядки, да и свечение на самих наушниках выглядит просто космос. Каждый из наушников похож на пришельца с лазурно светящимися глазами, индикаторами, которые отвечают за зарядку. Нашлось на корпусе место и для литой текстуры под радиатор и надписи EXA, контактом под зарядку и буквам Left-Right и двум отверстиям под микрофоны. Несмотря на вычурную внешность, сидят наушники в ушах отлично и плотно. Кейс не сильно большой, и обтекаемые формы никак не смущают пользователя при переноске, даже в кармане. К тому же кейс собран очень качественно, люфтов нет, пластик отличный. На самих наушниках глянцевые части залапываются быстро, но вы их не видите, поэтому проблем нет. Также EXA GT1 может похвастаться защитой от брызг IPX4. Кстати, о размерах и характеристиках. Масса каждого из наушников 4,4 грамма. Вес чехла без наушников 47 грамм. Чувствительность 101 дБ. Импеданс до 32 Ом. Версия Bluetooth 5.0. Драйверы диаметром 10 мм. Частотный диапазон от 20 до 20 тысяч Гц. Общих гармонических искажений до 10%. Поддержка AAC имеется. Аккумулятор в числе имеет емкость 500 мАч и дает 30 часов проигрывания музыки при 6 обещанных часах от одного заряда самих наушников, где аккумуляторы стоят на 50 мАч. Заряд идет где-то за 1,5 часа полностью, по Type-C исключительно, беспроводной зарядки у них нет. Поскольку эта гарнитура не простая, а геймерская, не удивляйтесь, что она поддерживает два режима работы. Музыкальный режим хвастается усиленным басом, высокими частотами и неплохим стерео. И режим игровой, с задержкой в мизерные 38 миллисекунд. Управление у меня оставило смешанные впечатления. Оно довольно точное, наушники можно отключать вручную, вводить в режим спаривания даже без кейса, что удобно. А за переключение режимов работы отвечает двойное нажатие. Кроме того, хоть наушники независимы друг от друга, но управление на каждом дублируется, что тоже хорошо. Плохо то, что ни изменения громкости, ни смены треков через эти наушники нет. И это прям очень сбивает с толку, потому что я никогда прежде не видел ТВС-гарнитур без этих фишек. Ну ладно, будем знать, что и такое бывает. Меня лично это вообще не напрягало, потому что я всегда переключаю треки или уменьшаю громкость только через телефон. Микрофоны у гарнитуры тоже, на удивление, неплохие. Голос выходит чистый, четкий, хоть и шумодавы не справляются уже со средним уровнем загрязненности акустической среды. И значит это, если вы будете стоять возле проезжающего поезда, то вас слышно не будет. Но в обычном шуме города вас слышно, должно быть хорошо. Наушниками пользовался я больше месяца, бегал с ними, ездил на велосипеде и, в общем, слушал музыку, наслаждался прослушиванием музыки с этими наушниками. Наушники классные, прикольные, хорошее шумоподавление, хороший, достаточно хороший звук, но немножко сильные басы. Я думаю, в эквалайзере нужно будет бас убавить. А если вам нравится, когда вам в уши долбит хороший бас, то тогда можно слушать без проблем, ничего с эквалайзером не делая. Ссылочки на наушники есть в описании, цена на них более чем приемлемая, хорошая цена.
вот, за такое качество наушников. И смотрите, какой прикол с этой лампой. В общем, когда я выключаю лампу, выключаю, мышка не работает. Клавиатура не отвечает. Magic Miracle, я не знаю. Вот такая интересная лампа. Когда я включил ее, у меня перестала работать клавиатура. Я быстро перезагрузил комп, не понимая, что делается. А потом случайно включил опять лампу через минут 15-20. Перестала работать мышка, и я понял, что-то какая-то фигня. Вот выключаю лампу. Отключаю, включаю назад. Мышка, как видите, работает. Видите, красная. Включаем лампу. Тык. Мышка погасла. Если вы знаете, в чем может быть прикол, напишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Если нужны наушники, обратите на эти внимание. Они реально прикольные и имеют классный дизайн вообще. Отпадный. Ну и будьте все здоровы. Мирного вам неба. И всего хорошего. Пока.